Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Yulia et je suis enseignante de langue française. Предыдущее видео топ 7 ошибок во французском языке набрало очень много ваших откликов, поэтому я решила повторить это видео. Итак, часть вторая. Топ 7 ошибок во французском языке. Поехали! Сегодняшние ошибки будут связаны с тем, что мы часто дословно калькой переводим с русского языка на французский какие-то фразы и предложения. Но во французском языке есть свои выражения, которые являются прямым переводом наших русских выражений, которые нужно запомнить. Первое выражение, которое мы с вами рассмотрим, это «делать фотографии». Делать фотографии во французском нельзя перевести глаголом «faire», но выражением «prendre la photo». Prendre la photo. Фотографировать. Например, je ne veux pas vous embêter, mais on pourrait prendre une photo? Я не хочу вас беспокоить, но могли бы мы сделать фотографию? Следующее выражение, которое мы с вами переведем, это когда мы хотим сказать наш рост. Например, я 1,65 м. Как же сказать это по-французски? Не подойдут здесь ни глагол avoir, ни глагол être. Но здесь используйте глагол faire. Например, je fais 1,65 м. Je fais 1,65 м. Я 1,65 м. Следующие два слова, которые очень часто и неверно употребляют во французском языке, переводя калькой с русского, это vite и rapide. Vite является наречием, переводится как быстро. Rapide – это прилагательное, употребляется существительными. Сейчас приведу примеры, и все поймете. Je courais super vite plus jeune. Я так быстро бегала, когда была молодой. Cet avion est rapide, mais inconfortable. Этот самолет хоть и быстрый, но неудобный. Следующее выражение, которое мы с вами переведем, это спускаться и подниматься по лестнице. При переводе на французский язык запомните, что никакой предлог здесь не требуется. И подниматься по лестнице monter l'escalier, спускаться по лестнице descendre l'escalier. Например, je vous aide à monter l'escalier? Вам помочь подняться по лестнице? Или elle ne peut pas descendre l'escalier. Она не может спуститься по лестнице. Следующее выражение, которое мы с вами переведем с русского языка, это пахнуть хорошо или пахнуть плохо. В русском языке мы используем наречие после глагола пахнуть. Во французском же мы будем использовать прилагательные. Sentir bon – пахнуть вкусно. Sentir mauvais – пахнуть плохо. Например, ton parfum sent bon. Твой парфюм вкусно пахнет. Ce thé sent mauvais. Этот чай невкусно пахнет. Следующее слово, которое мы переведем с вами с русского языка, будет брюки. Брюки в русском языке употребляются во множественном числе. В отличие от французского, где брюки в единственном числе. Le pantalon. Например, cette chemise ira avec ton pantalon beige. Эта рубашка подойдет к твоим бежевым брюкам. И еще одно выражение, которое мы с вами обсудим, это привести в какое-то состояние человека. Например, сделать счастливым, сделать грустным, сделать веселым и так далее. В русском языке мы употребляем глагол сделать, faire, но не во французском языке. Здесь мы будем употреблять глагол rendre. Rendre – сделать кого-то каким-то. Например, rendre heureux – сделать счастливым. Например, je veux organiser cette fête pour te rendre heureux. Я хочу организовать этот праздник, чтобы сделать тебя счастливым. Или rendre triste – огорчить, сделать грустным. Например, je ne te raconte pas parce que je ne veux pas te rendre triste. Я тебе этого не рассказываю, потому что не хочу огорчать. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Для тех, кто начинает и продолжает изучать французский язык, я создала бесплатный гайд с моими любимыми источниками для изучения французского языка. Ссылка будет внизу, под описанием к этому видео. А тем, кому не терпится поскорее продвинуться в изучении французского языка и перейти от уровня новичка до А1, участвуйте в моем экспресс-курсе от нуля до А1 за 30 дней.
Подробности будут также в описании под этим видео. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, abonnez-vous et à très bientôt. Salut!